В этом видео мы разберем один из этапов заточки парикмахерских ножниц – ханингование. Ханингование мы будем производить на станке ADEMS PRO 2 с помощью манипулятора и нового держателя для удержания полотна ножниц для этой операции. Заточка парикмахерских ножниц начинается с разбора. Потом мы проверяем зазор на лекальной линейке, и если он корректный, то мы переходим на водные камни и формируем поверхность поддержки. Если она достигает критического значения более 0,5 мм, мы приступаем к процессу ханингования. Что было, что стало. То есть вот я сейчас просто показываю, что у нас поверхность поддержки стала почти 0,5 мм. Второе полотно где-то 0,3 мм. Вот такая вот поверхность поддержки у нас по всей длине. Вот таким образом происходит ханингование.